Всем привет, ребят. Ну что, все-таки завтра у нас будет обнова на китайке, и решил вам так чуть-чуть заснять, что будет. Где-то в часа два обновится по серверному времени. Возможно, успею вам заснять обедом, рассказать, показать, что и как будет. В общем, будет у нас новая судьба. Сейчас я найду картинку у себя и открою вам ее, покажу. Также будут новые облики, облик на Махатму, там, по-моему, паблик кинули. Сейчас, секундочку. Все как обычно, в спешке делаю. Ну, в общем, будет очень много нового, очень много интересного. Печального для многих, я бы так сказал. Ну, я думаю, как обычно, вы к этому уже привыкли. Так, сейчас, секунду. Сейчас на рабочий стол сохраню картинки. В общем, с одной стороны все печально, с другой стороны все хорошо, что игра развивается дальше. Сейчас пройдемся. Так, окей. Вот так вот будет выглядеть новая судьба у нас. Сейчас расскажу, покажу, что там в ней будет. Определю размер картинки. То все как обычно надо настраивать, нету времени на это. Вот так вот эта локация новой судьбы будет. Что по локации, в принципе, вы уже видели, что по локации. Сейчас пройдемся вкратце, пока какие там умения у них будут улучшены, мы не знаем. Точнее, я не знаю, может, кто-то знает, можете написать в комментах. В общем, будет последняя, вроде как бы, буги, минус, череп, Фрэнки. Ну, я думаю, именно Тавар однозначно будет интересно. Череп интересно, буги интересно. Фрэнки тоже, в принципе, гарпи, я думаю, особо нет. Так. С этим мы разобрались. Поехали дальше. Будет у нас новый скин на... бабульку. Бабулька теперь у нас будет выглядеть вот так вот. Вот такая жесткая бабуля. Так вот ее разместим. Вот так. В принципе, смотрится, конечно, угрожающе. Посмотрим. Но она и так офигенный герой. В принципе, я об этом уже вам не один раз говорил. Так, ну что, побежали по списку. Что будет у нас? Новый герой, как обычно. Какие-то настройки героев появятся. Вот это вот, кстати, интересно. Посмотрим. Также будут, ребят, не удивляйтесь, таланты 9 уровня. То, о чем я вам говорил, что будут какие-то изменения, не просто так. У нас добавили кучу итемов на китайке. На английском то понятно, но на китайке как-то очень странно было. Посмотрим, что изменится. Добавлена будет новая волна АИ. В принципе, тоже интересно. Посмотрим, что там будет. Я, честно говоря, не знаю. Завтра будем разбираться. Ребята, будут эмблемы 8 уровня. По этому поводу можете бомбить, не бомбить. Но к этому, в принципе, все шло. И, честно говоря, и так было понятно, я вам показывал уже сразу при предыдущей обнове, что у нас будут 8 эмблемы. Рано или поздно они решили их уже ввести. С одной стороны, это, конечно, интересно. С другой стороны, на китайке, ладно, еще кое-как мы их соберем. На английском без вопросов соберутся. А на русском, как обычно, мы будем бомжевать, потому что ну, у нас нету ни... Даже на 7 у нас начали продавать 7, но у нас нету камней, чтобы их крафтить. Ну... В общем, очень много вопросов по этому поводу будет. Посмотрим, что нужно будет. Интересно, что будет нужно для 9-х. Талантиков тоже очень много вопросов. Так как таланты можно будет улучшать до 9-ки. Если да, то вопрос с камнями. Если камнями, надо будет очень много кулаков. На английском я это сделаю. На русском хрен там. Потому что просто тупо кулаков не хватает. Дальше, возможно, будут со временем продавать, не знаю, посмотрим. Судьбу я вам рассказал, посмотрим.
изменения какие-то будут. Добавлен талант, руна, эмблема, лайт, свет по ходу. Вот это вот вопрос, опять новый талант. А что могу вам сказать? Все печально. Если он опять будет имбовый, то опять придется все перероливать на русском сервере, на остальных мы это все достанем, протестим. Скин на Асуру, на Махатму. На Махатму я вам показал, на Асуру, не знаю, пока не видел. Возможно, попозже. Ну, я вам покажу, либо в действии уже. Новый герой, генерал Лолита. Вот так вот, сбор навыков. То есть, по сути, будет какой-то мега-эпический новый герой. Сейчас почитаю, что там увеличивает урон в секундах, наносит урон в секунду, наносит урон вражеским мишеням в радиусе поражения, значение урона будет использоваться для излечения. Короче, какой-то опять мега-хиллер, сам себе хилит от урона, в общем, посмотрим. Настройка. Так, алтарь, быстрое открытие, ну, непонятно, пишут. Желание новую тему пола заменить. Наплавка плитки, 5 плавленных тепличек. Короче, в общем, ни хрена непонятно. Какие-то таблички подобавляли. Удалены все ресурсы шара. Видимо, конфеты. Устранена проблема с эмблемой. Скорее всего, с эмблемой, которую я вам показывал, не дает саморазрушение, по-моему, делать. Восьмое. Седьмое, точнее. Было, я с ней баг видел. В общем, очень много непонятного. Думаю, обновка будет очень интересная, особенно скин на бабульку. Думаю, он очень будет интересный, мне очень хочется на него посмотреть. А по поводу всего происходящего, что есть, сейчас мы зайдем даже посмотрим, что у нас тут на китайке. Сегодня уберу картинку, я еще только прибежал, только успел покушать. ТВ-шку. Ну, все как обычно, акции на уровне, посмотрите. У нас на русском сервере даже о таком мечтать нет. Ну, просто не мечтаю я даже. Посмотрите, что здесь продают. Хочешь седьмой раскол, пожалуйста. Хочешь там, ну, это, конечно, фигня. Ребята, 40 коробок уже продают. 150 кулаков, скорее всего, что будет все-таки за кулаки. Эти эмблемы, не знаю, улучшения. Но, скорее всего, что именно так. Вот продают по 60. Блин, да это вообще копейки по сравнению даже с русским. Дешевле намного. Вот, на Рину продают, на ПБшку продают скин. Кстати, у меня на Рину надо посмотреть, или есть все скины. Вот камешки начали продавать. Ну, в общем, все как обычно. Кулаки здесь, 50 кулаков. Смена. Интересно, когда они вот восьмерки продают. Ну, все круто, что я могу сказать. Ну, реально, красавчики китайцы. Завтра будем развлекаться. Это если в 12. Это что у нас получится? Где-то в 8, 9, 10, 11. Где-то в 11, 12, как обычно, у нас это все врубят. Возможно, пораньше. Надо будет быть готовым к этому всему. Так, что у нас тут еще интересного? Куча акций каких-то поменялось. Вот. Так вот, по поводу девятых талантов. Я думаю, честно говоря, это уже немножко будет перебор. Ладно, там восьмые эмблемы бы ввели, там повозмущались, успокоились. Седьмые и так не у всех были. Но девятые таланты для бездоната, ну это просто нереально. Там судьбу мы прокачали, там кое-как, скрипя зубами, некоторые уже одиннадцатые, некоторые двенадцатые бездонаты качнули, но и то не всем. А тут у вас добавляют еще дополнительно восьмые эмблемки. Ну, то есть восьмые руны, ладно, пусть будет, к этому были все готовы. Но тут уже улучшение таланта девятое. И вопрос, откуда, как, чем его качать для бездоната. Ну, вы улучшаете там, да, делаете. Вы делаете приоритет на то, что люди будут 10 лет там или своим внукам, правнукам передадут это. Ну, это нереально просто. Варианты, конечно, они подобавляли кучу ресурсов, есть возможности заработать, но это, блин, это надо сидеть сутками фармить. Честно говоря, у меня даже с донатом бывает лень просто это все делать. А для бездоната это тем более, ну, я не думаю, что люди настолько готовы убивать свое время в мобильную игру и именно это, потому что я тоже отдыхаю, стараюсь играть в другие игры, но пока нету времени играть. Но со временем вы это все увидите, контент на канале. Будем постепенно, я думаю, переходить на более интересные темы, потому что нету смысла зацикливаться. Да, игра классная, игра супер.
Интересно, ну блин, она отталкивает сейчас больше от себя, чем притягивает. Это очень большая проблема, много людей ушло уже. В общем, вот так вот, это мое мнение. Посмотрим, что будет завтра уже в обнове. Я надеюсь, все будет огонь, будет интересно. Ну, для меня это будет, конечно, интересно. Для вас не знаю, напишите в комментах. Я вам постараюсь заснять видосик, показать локации. Возможность у нас есть, показать прокачки. В общем, ждите видосов. Всем удачи, всем пока.